пятницу вечером более 400 молодых людей на автомобилях и без собрались возле аэропорта Южный, чтобы встретить лето, а вместе с ним и новый гоночный сезон. Давайте очень громкими аплодисментами встретим открытие смотра.ру! Водители готовы? Готов? Готов? Громкая музыка, рев моторов, адреналин. Так открывали новый драг-сезон ивановские смотровчане. Настроение молодежи не испортили даже тучи комаров, слетевшиеся на огонек. Все очень здорово, мы сюда приезжаем с друзьями, ребята все очень хорошо организовывают, все довольно прилично, всем нравится. Все супер, вы видите то, что народу очень много. Слетелись даже все комары с приближающих лесов. Вот. Ну, как бы я постоянно хожу на все мероприятия смотра, ну, мне все очень нравится, организаторы молодцы, все здорово. Формат мероприятия свободный, но о безопасности забывать не стоит. Перед началом каждого заезда организаторы убеждаются, что трасса свободна. И только после этого дают старт. Мероприятие приходится ежегодно проводить самостоятельно. С ГИБДД о сотрудничестве договориться непросто. Вот и приходится нелегально занимать часть трассы и ждать, что вот-вот стражи порядка прикроют вечеринку. Это на самом деле нелегальное мероприятие. Если приедут сотрудники ГИБДД, мы непременно же уедем, но нам всем будет очень жаль. Люди приехали поболеть за нас, за смотру. Они ждали открытия сезона довольно долго. И мы хотим сделать так, чтобы им всем было хорошо. Автомобили для поколения Next больше, чем роскошь или средства передвижения. Это часть их собственного «я». За счет авто молодежь самореализуется. Это объект их творчества и проявления фантазии. Здесь много автомобилей, хороших и разных, старых и новых, отечественных и не очень. Давайте соберем мнение публики, кто что думает, четырка или лачете? Четырка! Кто за четырку? А кто за лачете? Не подведи! Перед началом заезда сложно сделать ставку на кого-то из участников. Под капотом у совершенно обычного на вид автомобиля может оказаться целый табун лошадиных сил. Денис в гонке участвовал на своей Subaru и трижды обогнал соперника на автомобиле той же марки. Говорит, секрет успеха прост. Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Секрет в том, что собирались сами с другом, с Колей. Вот, то, что старались. Ну, хотели добиться лучшего результата. Бессонные ночи, проведенные в гараже, окупились. На целых 5 корпусов обогнав соперника, Денис стал самым результативным гонщиком. Это чисто подарок, на черную. То, что выиграл. Еще раз, кто на белую превру ставит? Самурай. Поедешь, это тебе все. Блин, ну давайте я тогда ставлю на белую превру, окей? Да за черную! Да за черную! Но бывает, гонка заканчивается менее удачно. Таких историй у драг-рейсеров предостаточно. В голове отложилась одна гонка, неудачная, правда, была. Стартовали с Киа Сидом, он здесь тоже сейчас участвует. Гонка прошла не в мою пользу, я ему проиграл. И мало того, что на финише у меня развалилась коробка, вообще развалилась полностью. Пришлось домой тащить на трассе, грубо говоря. Традиционно открытие сезона прервалось внезапно. В районе 2 часов ночи на покатушке нагрянул патруль ГИБДД. Документы на ваши предъявления есть? Нет. Нету? Нет документов. То есть, а мы у вас здесь не специально? Вы сами знаете, конечно. Ребят, все, прямо сейчас разъезжаемся. Мы сейчас дадим отмашку, у нас все равно, сразу мы всех не выпустим. Там все кольцо забито. Нам надо минут 15. Все, 15 минут я даю. Говорились. Все разъезжаются. Для молодых людей и девушек гонки – это стиль жизни. Повод познакомиться и пообщаться. Вместо того, чтобы вести разгульный образ жизни или сидеть в интернете. Но пока такой реактивный образ жизни в Иванове под запретом. Драг-рейсеры надеются, что им недолго придется оставаться в тени. Дорогие зрители, поздравляем вас с открытием смотра.ру в 2013 году! Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.